Всем привет, с вами Наталья, и мой блог «Худеем вместе» организован агрохолдингом Goodwill. В своем рационе я всегда использую крупы и хлопья торговой марки Goodwill. Сегодня я буду готовить диетическое овсяное печенье. Для выпечки овсяного печенья мне потребуется очень минимальное количество ингредиентов. Это 300 грамм овсяных хлопьев, 300 миллилитров кефира, 50 грамм изюма и 3 столовые ложки меда. Пока готовится тесто, можно уже поставить духовку разогреваться на 180 градусов. Для начала необходимо замочить овсяные хлопья в кефире. Насыпаем 300 грамм хлопьев, добавляем кефир, высыпаем изюм и 3 столовые ложки меда. Тщательно перемешиваем. И осталось сформировать печенье и выложить на противень. Смачиваем немножко руки водой и формируем печенье. Поставить в духовой шкаф на 20 минут. Печенье готово. Кому понравился данный рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Goodwill.